23 июля в Базаркургонском районе Джалалабадской области сошли сели. Мощный грязевой поток в селе Арстанбаб затопил 9 домов, больницу, торговый дом, 5 мостов, 1 километр внутренней дороги, а также смыл 23 автомобиля. Местные жители отмечают, что последний раз они видели подобные мощные селевые потоки не меньше 30 лет назад, а некоторые и вовсе никогда с подобным зрелищем не сталкивались. По словам очевидцев, перед тем, как поток достиг их села, слышался громкий гул. Подобный сель был лет 25-30 назад. Вчера был такой же мощный поток. Мы рады, что с семьей остались целым. Этот поток снес все на своем пути и эту дорогу тоже. Хорошо, что есть объездные дороги до других сел и городов. Вначале был громкий гул, потом мы увидели поток. Его высота была, как мне кажется, около 3 метров. За всю свою жизнь не видел такого. Сильно испугался. Спасатели активно восстанавливают село после последствий ЧС. Всего на месте работают 90 сотрудников МЧС, 554 сотрудника районной службы гражданской обороны, задействовано 14 единиц инженерной техники и 13 единиц спасательной техники для очистки и восстановления затопленных дорог. Спасатели очищают 9 затопленных домов и выкачивают оттуда воду. Кроме того, более 100 человек из числа местных жителей оказывают содействие и помогают с очисткой. Думаю, в течение 3 дней все восстановим. Пострадавших в результате селя нет, а также ни один дом не был разрушен. Восстановительные работы ведутся при координации руководства Министерства чрезвычайных ситуаций. На данный момент завершено более 60% работ по устранению последствий ЧС. Саим Ахмусаев, Асхар Маратов, ЛТР, Джалалабадская область.